Любился. Он ходил кругами вокруг ромашки и никак не мог подойти. Отсюда ромашка выглядела еще прекраснее. Она стояла на тонкой ножке, слегка изогнувшись, и была до того легка и воздушна, что ежик зажмурился. Подойду и скажу. Ромашка, вы мне нравитесь, я очарован. А она что скажет? Она скажет. И ты мне тоже нравишься, ежик. Вот здорово будет! Но она так не скажет. Что ей до меня? Ежик. Ты чего здесь делаешь, ежик? Привет, медвежонок, а ты? Я гуляю, а ты? Я гуляю. Слушай, хочешь, тайну расскажу? Давай. У нас в лесу появилась замечательная ромашка. Я иду к ней знакомиться. Ёжик, он сразу понял, о какой ромашке идет речь. Так это моя ромашка! Возле елки, да? Да, возле елки. А ты откуда знаешь? Она только вчера появилась в нашем лесу. Вот вчера я ее и увидел. Погоди, а почему ты решил, что она твоя? Потому что она так стоит и так смотрит, что сразу понятно, с кем она хочет дружить. С кем же? Со мной. Стоит, как смотрит. Ну, словами не скажешь. Покажи. Ёжик, а пойдем к ней вместе, а? Нет, вместе нельзя. Почему? Ты ее напугаешь. Я? Да. Ведь я все утро мылся в реке, чтобы быть пушистым. Ты потрогай. Потрогай ты шелк. Ты не видишь, она ромашка, нельзя. А медведь медведю розы. Слушай, а давай так. Я вот скажу, посмотрю, как она там. А ты подожди, я тебя позову. Давай есть. Ёжик, пожалуйста. Пожалуйста. Ромашка стояла на том же месте. Она была еще легче, еще воздушнее. Ах, как она была хороша! Как она хороша! Медвежонок, слушай, а иди ты первый к ромашке. Пожалуйста, иди первый, пожалуйста, а потом я пойду, пожалуйста. Я же не медведь, я медведь, она ромашка. Я не могу, пожалуйста, пожалуйста. Я не пойду, ну хорошо. Познакомишься и зови меня. Медвежонок пошел. Стой, подожди, ладно, хорошо. Давай пойдем вместе. Только слушай, ты впереди, а я сзади. И они пошли вместе. Ёжик готов был плакать от обиды.
Ты же обещал, медведь! А хотите, я вас со своим другом познакомлю? Разрешите вам представить моего лучшего друга, ёжика! Ёжик вдруг почувствовал, что его лапы как будто примерзли к земле, и он не может сказать ни слова. И тут он понял, что никогда, ни за что на свете, он не сможет подойти к ромашке. Знакомые места. Ёжик!